Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня Тайваньку немножко обновили. Посмотрим, что там за награды. Какие плюхи поменяли, возможно. Может, добавили уже наконец-то нам шарик. Так, что-то у нас английский сервер, интересно, меня скинули. Верно, есть? Или скинули, надо будет докачать. Так, бочка наша тащит. В общем, поехали посмотрим, что у нас по плюхам сегодня интересного есть на рынке. Спектр продают новую чарку. Листал 300 баксов, он того тоже не стоит. Так, по расходникам новые паки закинули. Скины. Все у меня уже прокачаны. Ничего интересного нету нового. Новый герой 60. А герой вообще ни о чем. Просто жесть какая-то. Так, Spend Games. На трату есть. Ну, трата вообще никакая по сравнению. Значит, сегодня есть. Если 10, значит, есть у нас коллекционер. Чекнем, что у нас по акциям. Как видите, поменяли немножко у нас местами. Убрали фонтан и бога грома вниз. Возможно, туда добавят какие-то новые акции. Так, острова нам придется ждать, я понял, неделю с новым героем. Не, коллекционера нету. Странно. Вот. Раздай. Кстати, забыл вам самое основное, ребят, показать в обновлении. Одну из самых ценных вещей. Это у нас добавили этому новую декорацию. Так, здесь не вижу. Там ее втулили. Вот она, ребятушки. Новая декорация. Надо себе поставить где-то. Пусть валяется. Вот так вот. 300 самоцветов. Номер 100. Самая очень нужная вещь обновлений была. Нафига нам эти декорации? Вот реально. Для чего? Это жесть. Знаете, это если была там какая-то игра, как Dota, там еще какая-то, которая вот реально, либо тут же Minecraft, многие, вот что такое Minecraft, кто не знал, то не играет, точнее, кто не играл, те не знают, но вот реально, там можно быть фанатом, ну а здесь, это просто жесть, поехали на русский сервер, и давайте на немку забежим, посмотрим, что на немке там после обновления есть. Побежим, сбегаем еще на Тайвань и потом на русском угадайку сделаем, а то я вчера пропустил. Что это было? Что-то у нас как перекинуло и дало нам зайти на наш аккаунт. Так, смотрим, что здесь по рынку. Пак за апдейт. Ну, не дали кулаков, очень странно. На немке кидалово. Реально, сегодня на немке, ребятушки, кидалово. Нету 50-ка кулаков. Ну, наверное, может, дадут следующим пакам. Так. Зато здесь вот это вот календаря хватает. Так, еще не открылось, еще 3 часа, мешки зефира заберем. Поехали на Тайвань глянем. На Тайваньке.
О, нифига себе, четвертая карта есть. Сейчас проверим. Может, там новый герой? Ну-ка, продают. Ну, надо ждать завтра. Завтра будет хорошее, думаю, накопление. Талант. Короче, такое себе. Я рынок чекну. Ну, что там в той карте интересного? Здесь ничего не поменялось. Шарика нет. Смотрим, что в карте. Четвертая карта, ребят. У нас, скорее всего, донатная. Интересно, как думаете, какие здесь будут плюхи? Неплохо. С одной стороны, реально очень крутые плюхи. Бугимен. Почему бы и нет Асура? Ну, Асура такое, если взять Махатма, ну, тоже для многих нужна рогатка, Командора. Но самое основное, Ледяной Феникс, Космо и Землеройка. И это однозначно плюс. Верхних остальных героев, ну, они такие себе, но вот эти вот герои однозначно крутые. Супер карта, как по мне. Вот, реально ее стоит получить. Ну, как ее получить? Она донатная. Вы никак ее так просто не получите. Но стоящая карта. Однозначно. Такс. Все, поехали на русский сервер. 450 сделаем. Пока найду. Угадайку. Утреннюю. У нас какое было? Вчера было 16, мы 15. 15. 15 пропустили 15 числа. Искать. Так, русский сервер, карта богатства, парящий остров. Подарочки, фонтан, это закрыто. Базар, ой себе. Ну, видите, на русском 50, как кулаков дали. Ну как, и далово на немке сегодня. Ну, не факт, что после 10 это не исправят каким-то дополнительным бонусом. Так, ну окей, поехали. Тык. Нанять. Жахнем здесь. Давайте на сардельке жахнем. За 450. Интересно, вот новые карты. Через сколько их будут давать без доната? Мне вот интересно, через сколько без доната смогут четвертую карту получить? Она, конечно, донатная. Вот интересно, бездоном. Или они только будут так продаваться, или все-таки введут сундуки, потом с которых они будут падать. Но карта четенькая. Так. Мы можем рольнить. Вообще отлично. Вообще огонь. Не, не хочу я на сардельке. Стремно мне на сардельке. Нафига на сардельке? На сардельке лучше купить самоцветы. Основной аккаунт. Такс. Так, поехали. На русский основной аккаунт. Будем радовать. Так, видосик наш делает. Новый
этой коробочке. Это ужасно, какой-то ужас сегодня. Так, поехали. Нанять 450. Два кристаллических эктоплазма и оборотень. Вот так вот. Так, видосики есть. Ну, в принципе, я думаю, что угадали. Так, кто нам надо? Оборотень и два эктоплазмы. Берем оба. А давайте сразу все комментарии откроем. Так, оборотень. Оборотень, палач, циклоп. Почти. Оборотень, шамазн, есть почти. Оборотень, палач, синий, слизень. Оборотень, ледяной дьявол. Оборотень, паладин, синяя, слизень. Блин, рядом. Два синих слизня и оборотень. Так, смотрим. Это где-то. Оборотень и два эктоплазма. Так, смотрим дальше, может кто-то перед ним, Леха. Синяя слизь, оборотень, паладин, синяя слизь, панда, оборотень, оборотень, палач, синяя слизень. Паладин. Не, все, вот. Вроде он один, больше я не вижу. Все, поздравляю. Так, где там он? Где мы его потеряли уже? Ты, конечно, классный пацан, но вот как мне с тобой связаться? Вот, супер. Вот как с ним связаться? Просто жесть. В общем, не знаю, напиши на своей страничке, я ее добавлю в избранное. Плейлист какой-то создай, что ли, с телегой. И напиши мне в ВК, что создал, и я зайду, посмотрю. Не с телегой, либо с ВК, где тебя найти. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, ставьте лайки. И ждите условия конкурса. Всем удачи, всем пока.